Награды престижного чемпионата Global Management Challenge привезла на полуостров команда Камчатского филиала Академии внешней торговли. На всероссийском этапе студенты Камчатского отделения вуза успешно защитили честь всего Дальнего Востока, несмотря на то, что в подобных состязаниях участие принимали впервые. Финансовую поддержку команде оказали краевые депутаты и члены общественного совета второго округа. По словам депутатов краевого заксобрания, отличный результат, показанный командой, говорит о высоком уровне образования на полуострове. Чемпионат, именно, я думаю, ребята расскажут, касался каких-то таких практических ситуаций, решения каких-то практических задач. А это значит, что уже вот выпускники будущей Академии внешней торговли готовы решать самые сложные задачи и на уровне государственного управления, на уровне муниципального управления, в различных отраслях нашей экономики. Депутат заверил, что и в дальнейшем будет оказывать содействие в участии камчатских студентов в чемпионате Global Management Challenge. Ведь одна из важнейших задач законодательного собрания – создать такие условия, при которых как можно больше ребят оставались бы на Камчатке, получали здесь специальность и работали на предприятиях края.